Владислав Шерман с раннего детства увлекается фотографией. Еще мальчишкой снимал своих друзей и знакомых и не задумывался о том, что хобби станет делом жизни. Сегодня его работы представлены в этом зале. Говорит, что больше всего любит снимать пейзажи и город. Локации выбирает самые разные. Вот эти вот четыре работы были сняты в Серноводске. Пошли просто в поле. Вот шли, вдруг вот натыкаемся на этот ручеек, вот этот, который пахнет сероводородом. И в этот момент небо распогодилось, и я сделал вот эти кадры. И я считаю, что это в тот год, это, наверное, один из лучших моих кадров были. Ну, поэтому я их и предложил. В областной столице открылась выставка «Самарский взгляд. Избранная». Там можно увидеть лучшие работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за последние 12 лет. Центральная рубрика экспозиции «События» включает документальную и репортажную съемки. Мы нашли фотографии разных лет, и мы увидели историю за вот эти 12 лет. С позиции времени смотришь и, в общем-то, какую-то уже можешь дать оценку и понимание. Эта выставка, наверное, все-таки для зрелых умов и людей, которые имеют какой-то жизненный опыт. Также широко представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность», «Настроение города», «Природа и спорт». Каждый из них уникален по-своему. Я нисколько не разочарована. Действительно, выставка потрясающая. Темы подняты абсолютно разные. От социально острых до просто прекрасных, от которых легко и светло, до работ, которые заставляют глубоко задуматься и наверное, раз даже опечалиться, я бы сказала. Работы авторов из разных уголков России можно увидеть до 26 ноября. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, «События».